24 апреля 1945 года танковые корпуса 1-го украинского и белорусского фронтов соединились юго-восточнее Берлина. Окружение группировки противника завершилось. Главную тяжесть боев в Берлине приняли на себя штурмовые отряды. Каждому подразделению были определены полосы наступления и конкретные объекты города – районы, улицы, площади. Противник отчаянно сопротивлялся. В бой бросали кадровые части, войска СС, батальоны народного ополчения Третьего рейха, фолькштурм. 5-я ударная армия успешно вела уличные бои и продвигалась к центру Берлина. Ее командарм, генерал-полковник Берзарин, был назначен первым советским комендантом и начальником советского гарнизона в Берлине. До победы оставалось 15 дней.